Прошу прощения. Теперь начнем. Итак, Пашенди, здорово тебе, здорово всем. Извиняюсь за такое дебильное начало, блин, когда мне музыка без звука пошла. Итак, в общем, Пашенди, с тобой я Кирилл, я продолжаю прохождение Resident Evil 4, уже у нас 16-я серия второго сезона. Второго, понимаешь, что? Второго. Да, наконец-то, сука, этот момент настал, когда я изнасилую прям в порошок этого мумошку, блин, то есть... этого Салазара. Мы до него дошли, мы в прошлой серии бегали за ним, как девочка за мальчиком, как мальчик за мячом в футбольном, блин. Все-таки догнали, загнали его в угол. И сейчас будем его насиловать. Я этого ждал момента. Итак, пацанчик, все, давай, готовься. На серию я записываю в пятницу, и она начинается. Начнем. Так, проходим туда. И начинаем насиловать мамошку. Ну, для начала посмотрим, как старшачный ролик. Прошу. Новые технологии, там, на новые вообще всю эту хуйню. Most Wanted считается, ну и даже на мой взгляд... Игмасик. Это самые лучшие гонки, блядь. И... О, заебись, короче, да-да-да, заебок вообще. Я нашел этот сервак, там, сука, они 4 сервера новых добавили. Прикиньте, какой объеб, нахуй, то есть... Ну да, концовка, конечно, печальная. Я, если честно, очень расстроился, когда давно играл. Твою мать, блин, сейчас у меня съест этот тупой идиот. Бежим быстрее, насилую. Спасите, помогите, помогите. Насилуйте меня. Эй, уйдите от меня, чужие тупые чужие. Я вам не еда, поняли вы меня? Я тут придумал такой, в общем, план. Сначала давайте нафармим побольше всего, побольше там всякой херни, а потом уже его убьем сразу. С РПГ, как всегда, этого идиота, блин. Эти пучки тут бесконечные, в общем, что я могу сказать, блин, спасите. Ну они... Что ты будешь делать-то, блин? Я только одного убил, уже второй появляется. Как по скрипту, блядь. Сейчас нафармим чуть-чуть патрончиков, там, гранаточек, там, может быть, золотка, и потом начнем его, как говорится, уже бить. Вот патрончики. Ну, реально, надо нафармить вот тут все. Так, вот мне уже некуда класть. Ну это в общем не проблема. Вот смотри, Пашенди, сколько я уже нафармил. Просто до хренища, да? Сейчас еще. Блин, вот мне реально уже. Только начал фармить, уже понафармил, смотри, сколько всего патронов. Блин, а куда мне их девать-то? Граната, блин, а. Пойди, сколько у меня жизни? А, как раз давай траву используем. Мясной жизни мало. И возьмем эту гранату. Как раз. Вот мы уже тут нафармили чуть-чуть. Бежим еще дальше. Вот следующий, в общем, этот бокс, как говорится.
Ух ты, ё-блин, такое нельзя оставлять. Вот у меня есть эти, как их там, две патронов, ой, блин, две гранаты, вот лучше реально давай мы это, блин, что мне сделать-то, что мне убрать? Блин, ё-моё, что-то придётся выкинуть. Ну не магнум же. Ладно, выкинем, короче, одну эту вспышку. Все равно это. Ее больше всего. Не, конечно, красную гранату, но не знаю, тут нельзя вот так переворачивать на клавиатуре. Придется джойстик подсадить, это очень долго, блин, реально, ребят. Выбросить, да. Все, короче, чуть-чуть понафармили, так всего это хренище у нас. Теперь, собственно, мочим самого ММОшку, блин, извините меня. Все, больше уже мы голосом ММО Гоплея не услышим, голоса Салазара ММО Гоплея озвучивает дубляж. Ну и пофиг, он идиот все равно. Вот сейчас мы его разозлим потихонечку. Помогите! Кстати, мы что-то тут пропустили, кстати. Патрон дробовика, ты грех пропусти, помогите! Да, вот тут, кстати говоря, реально такая тупая ситуация, потому что... Короче, пробел и... Как он меня взял, когда я нажал комбинацию? Что такое? Повезло, смотри. Вот это, кстати, хреново. Это, кстати, я реально боюсь. Вот эти комбинации, они ланшотят, кстати, по Шенди. Блин, помогите! Я сланшотил! Ох, охренеть-то, а! Блин, нафига ты добрал? Не, так дело не пойдет. Пистолет-то я буду его 2 года мочить. Лучше чуть-чуть темпа потратить, зато потом. Зато аптечки не потратить. Не, ну реально, он вообще обнаглел. Блин, куда я бегу? Это его тупой Югисон, блин. Давай, убивайся, уже мне надо... Все, вот он открывается, этот тупой идиот. И мы просто достаем РП. Эй, как по скрипту. Его убиваем. Пришлось потратить 2 аптечки, но зато мы 2 и сохранили. Сейчас еще нафармим. Там сейчас. Да, вот так, вот так вот. Повезло, что вообще на профессиональные выдают, ну, на специалисте выдают РПГ, блин. И вообще можно его купить, потому что, реально, разработчики немножко ступили, могли бы сделать так, чтобы может, надо было его своей силой убить. Так было бы справедливо. Но они так не сделали, поэтому я и пойду по этому пути. Да, убили мы его довольно быстро. Ну, это же ножка, блин, что с ним, что с ним быть-то? Конечно, мы его быстро убить можем. Все, ну и мы идем дальше. Убили ММОшку. И скоро мы встретим знакомого нам персонажа. И уже дело близится, пацанючек. Да, к 3-му сезону. Ждали, ждали, дождались. Дождались мы 3-го сезона все-таки. Скоро он уже будет. Уже не 2-й, сука, а 3-й. 3-й сезон. Будем уже дрокаться на 3-м сезоне. Вроде стоит сундук, а открыть нельзя, да? Все, слезаем. Не, ну если не ошибаюсь, сейчас должен, по идее, быть уже 3-й сезон, да, то есть. Или нет, может мы еще далеко, кто его знает. Но, по-моему, я тут уже где-то конец 2-го сезона, тут скоро уже. Что? Что такое? Что? Почему? Я не понял. Кто? Змея, что ли? Че? Сволочь такая, на тебе патроны еще тратить, а? Вот как она убивает, и как бы выгоды никакой, она тебе
она тебя это коцает, и ты же используешь на нее же яйцо ее, которое ты у нее получил. Вот эти ей взаимовыгоды. Никакой, да. В реале вообще. Так, в общем, идем по какой-то тупой канализации, наконец-то. Еще я сказал слово наконец. Так, и такая музыка, значит, уже продавец. Продавец. Такая серия немного на расслабоне. В общем, Пашенди, я тебе хочу сказать, в общем, расписание записи серии. Как именно мне удобнее их записывать. Расписание такое, 3 дня в неделю. Да, 3 раза в неделю. Это среда, пятница и суббота. Так как в понедельник у меня дома, там, знаешь, во вторник мне на среду много уроков делать, а в четверг мне на пятницу много уроков делать, я очень поздно прихожу, у меня курсы. А в воскресенье мне надо, в общем, чистить компьютер. Все такое. В общем, все. Среда, пятница, суббота. Все, давай что-нибудь у него купим. Столько дохренища. Странно, как вы вроде получили деньги, 57. Ну а что делать? Так, что мы купим? Что мы купим тут у него? 59 тысяч. Паша, как ты думаешь, улучшать бонус? Мощность выстрела в 5 раз. Ну мне кажется, что лучше это выгодно, так как смотри, если он увеличивает мощность выстрела в 5 раз, это получается то, что у нас, допустим, есть пистолеты, и вот нам пистолеты вот чаще всего патроны попадаются, поэтому нам выгодно именно эту операцию провести и увеличить это в 5 раз. Так что не ругайся на меня, я все правильно сделал. Не урон тебе, вообще до хренища урона. Так что это, не тупи, все я правильно сделал. Сам посуди, нам и так патроны к пистолету попадаются, блин, все время. Так, уже 12 минут. Эта серия получилась довольно маленькая, хотя... В общем, я не знаю, что будет за это. Ну, давай сохранимся. В общем, пошли, да, посмотрим, что будет за эту дверью. А, за этой дверью, как видимо, уже будет у нас 3-й сезон. Сейчас посмотрим, просто я... Да, короче, уже начинается за этой дверью 3-й сезон, не будем же мы со 2-го на 3-й перескакивать. Так что, все, пацанючек, как бы, на этом все. Да, все, пацанючек, да, как бы не ожидал я, но это уже финальная серия. Убили мы мошку. Да, такая вот небольшая серия у нас получилась там. В общем, убили мошку, включил нормальную музыку такую. Следующая серия уже будет 3-й сезон, да, перескачивать как бы со временем, плакать хочется. Перескочили мы, в общем, на 3-й сезон. Скоро встретимся с той женщиной, Ады Вонг, которую озвучивала у нас новая актриса. Ныне мы ее не знаем, я ее сам не знаю. И, в общем, предстоит ей этой актрисе опять Ады Вонг озвучивать. Ну, или Ола Степанугу, тех. Так что все, пацанючек, надеюсь, тебе понравился 2-й сезон. Говори мне в своих устных комментариях, когда будем у тебя дома за чаем смотреть это видео. Говори мне, как тебе 2-й сезон, понравился, не понравился. Ну, тут реально много фейлов было, действительно, в 4-й серии, там. И там во многих других было очень много фейлов, да. Так что говори свои комментарии, говори, что не надо исправить, что-то, может быть, добавить не надо, и все такое, пацанчик. Ну так, ну и все, это все, что я хотел сказать. Это был я, Кирилл, это была 2-й сезон, 16-я серия, финал. Это был я, Кирилл, пацанчик. Следующую серию запишу завтра, то бишь в субботу, уже 3-го сезона. Удачи тебе и пока. Увидимся, как говорится, в 3-м сезоне. Давай, не скучай, я тут рядом с тобой. Все, покедово.